Мечта есть у Тихона, у Андрюхи, у всех. Ой, Маргося даже пришла. Мы распаковали посылочку и тут же решили ее сожрать. Мира, здравствуй. А где? Не хватает только Макса. Ну, Макс придет, когда я уйду. Привет, привет. Привет, мои холосики, голодники. Голодники, холосики. Скорей, посилку вкусную будем кусать, разбирать. Да-да-да. Пошел мыть пошел. Ой, как вкусненько. Сейчас мы это все опрокинем, скажи. Ой, вкусненько. Вкусненько, надо срочно помыть все печеньки. А то вдруг там кто запачкал печеньки эти. Ой, у меня ж яйца в кармане. Я свои яйца ношу в кармане. Да, Лаки? Только что из-под курочки вытащила. С боем отнимала. Угу. Сантик трескает, лопает. Что, Лакост? Что? А, там в посылке и тебе вкусняшка. Сейчас пойдем в кошкин дом. Будем Тихон, подавишься. Ням-ням-ням, полный рот прям сыпется. Ой, надо помыть все печеньки. Печеньки помыть. Мира. Спрашивали, где Мира, не пристроили ли мы ее. Желающих у нас не было, адекватных, по крайней мере, на енота. Были, конечно, желающие, но такие, что... Ой, всегда енотика хотела, не разнесет ли он мне... Макс, привет! Привет, Максик! Максик, на... Ай, господи! Макс! Иди сюда, Максик, я отойду. Вот, и не разнесет ли он мне квартиру, будет жить без клетки, например, ну, таких, как Санти или Мира енотов. За этих енотов в квартире я вообще ручаться не могу. Разнесут они в хлам все очень быстро. Вот. Так что такие дела. Ой, еще игрушечки вам пришли. А то вон, все игрушечки уже мы доели. Даже поилку съели. Хочется нам игрушечек. И вам прислали как раз... Лаки, давай вот это вот безобразие свое скидывай уже. Ну, что это такое? Ну, ладно, жирок. Глянь, с этой стороны не сильно обросший. Лапы в валенках у нас. В валенках, лапи, лапи. Ну-ка, развернись. Кисточка у нас на хвосте. Это мы не облезлые. Это у нас мода такая. И не стрижка. Ой, тут штанишки пуховые. Дидимо голосый. Че, Макс не взял яйцо-то? Жорик забрал. Ой-ой-ой, кто там побежал? Марго, наверное. Надо вам ведро побольше прицепить сюда. Нет, это Санти под диваном. Вон он, Жорик стоит. Жорик. Да вы линяете. Там и это уже курица линяет. Так, на. 4 штучки утром. Коки снесли, 4 яйца. 4 яйца снесли коки. Очень вкусных яйца. Мать для вас специально даже куриц завела, чтобы вы свежие яйца ели. Да аккуратней только. О, дела. Леха, а глаза на выкате аж. Лех, вкусно так, да? Ой, вкусно Лехе было. Вот-вот, да. Вот, возьми. Ау, тихо. Держи сам. Молодец. Ну что, Тихон, не успел? Леха яйцо схомячил. О, сейчас надо сразу сметать это все. Макс, Максик. Так, иди лапу. Ай, покажи, куда меня яйцами, блин, пачкаете. Все. Яичная маска, что ли? Ну, штаны продырявили матери уже. Так, надо выходить, чтобы Макс поел, вышел.